Приемная комиссия стартовала и в школах города. На сегодняшний день сформированы 160 первых классов. Заявления поступили от 4439 учеников. Основная волна первоклашек уже зачислены. Сейчас возможность подать документы есть у ребят, поступающих в школу не по регистрации места жительства. Но они зачисляются по остаточному принципу – в школы, где есть свободные места. Если нет свободных мест в той организации, где ребенок близко проживает, в которой проживает ребенок, то родители могут обращаться в управление образования. Уже мы с учетом мониторинга, который мы осуществляем еженедельно и выставляем на сайте управления образования, мы направляем все школы, где имеются свободные места. Есть школы, в которых, да, хотели попасть многие, кто-то временно регистрации имелось у кого-то. Это все школы повышенного статуса, это те школы, которые в рейтинге образовательных учреждений входят в десятку, как правило. Это вот эти школы. Кроме их, конечно, школ повышенного статуса были и школы общеобразовательные, которые пользовались и пользуются до сегодняшнего дня большим спросом. Хотя на сегодняшний день, вот мы смотрим, практически уже все школы скомплектовались у нас. И если сейчас мы будем видеть, что появится еще количество детей, которые не будут устроены в школу, значит, будем принимать решение об открытии дополнительных классов там, где это будет возможно.